Олег Лагобонт сейчас сказал, что ОФК 10 такие проплаченные болельщики. Ну мы же не новая команда. Ну, мы же старая команда. Ты ну, спросил да. Про новую. Старых есть, да, вот у нас. По 250 рублей каждого. Ага. Я шучу при этом. Ну, хуйню, наверное, сказал Лагобонт, не знаю. У нас инициативные ребята. Ну, вы им что-то даете, там, может, атрибутику? Победы? Победы. Сухие, да.